Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я после долгого перерыва попытаюсь вернуться вместе с вами на поле боя в игре World of Warcraft. Играю я, как обычно, за разбойника, и не просите меня сменить класс. Я сторонник постоянства. Мне нравится разбойник, я за него и буду играть. Хотя, в принципе, умею неплохо играть еще пристом и чуть-чуть... Так, ДК. Магом только в теории. Так, находимся мы сейчас в битве за Гилнес, где у нас простые довольно-таки правила. Мы должны с вами удерживать хотя бы две точки из трех. В идеале было бы круто удержать три. Но будет ли это возможно, сейчас глянем. Слушайте, а у них вроде ни одного хила. А у нас есть два даже. Если звезды и судьба нам улыбнутся, то мы сейчас победим, ребята. Это будет круто. Не хотелось бы начинать первое поле боя записывать именно тогда, когда я проиграю. Тем более, что у меня с пингом довольно-таки странные дела творятся. Он то зеленый, ну, относительно 200, это 260, 240. Ладно, пойдет. Крутиться можно, но тяжело. Как говорил один из пророк с Европы, по-моему, с арены, там, если у тебя пинг больше 50, то тебе на арене делать нечего. А вот у нас ребята и не с таким пингом показывали дела. Ну и ты долго будешь? Ну, давайте, прикончите эту швабру. О, да. Давай, мужик. Ты будешь моей первой жертвой. До свидания. Приятно познакомиться. Звоните мне. 99. 3 пятерки. 99. Ну что, девчонки? Помялись ваши колготки, пока штурмовали. Да, когда у тебя есть хил и хорошая команда, все ни по чем можно и поиздеваться. Ну, так, словесно, конечно. По-хорошему у нас сейчас непонятная ситуация. У них некоторая часть команды вообще не сдвинулась ни в каком направлении. Что несколько странно. Прийти вот в это направление, ребята. Видите, там... Вот у них точку уже берут. Ну, куда вы смотрите? Криворукие мои. А вот этот пытается хилить. Ну, вот, смотрите, удары просто не проходят. У меня ни в каком направлении. Встанет? Не встанет. Постой, пожалуйста, друг. Ну, пожалуйста, умри. Вот это меня бесит в пинге. Когда даже ты пытаешься нанести удар рядом... Ой, нет, цель очень далеко. Да что ты звездишь? Мой сладенький, иди сюда. Сегодня едим троллей. Их мясо. Допинайте его, пожалуйста. А вот ты не лежи и не подсматривай. Так. Проверка. Коннекта. Вот видите, уже оранжевый пинг. Спасибо тебе, великолепный интернет. А я вот так долго не записывал. Было много причин. Одна из причин — это ремонт. Делал ручками своими после ремонта людей. И теперь могу вам сказать с уверенностью, я что-то в строительстве начал понимать. Помимо того, что можно забить гвоздь, если взять в руки молоток. И после, короче, всего этого я даже перепровел интернет, и оказалось, что не все так радужно у нас.
Ой, Вар, ты такой суровый, Вар. Ну-ка, стал тоже мне убежать, он решил. А вот так понравится? Давайте, допинайте его кто-нибудь. А я тебя допинаю. И твой дружок тебе не поможет. О, мне кто-то ХП восстановил. Так, там у ребят проблем нет. О! Не упрыгаешь, сволочь. Иди сюда. А ты где, собака такой? Иди сюда, я тебе сейчас... Он, кстати, плохо одет. Беги, беги, крысёныш. О, да. Ква-ква. Я сегодня буду злой очень. Так, постой. Умрешь от яда. Молодец. Так. Чуть-чуть сейчас продержимся и будет увин. Давай, 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 бротюнь. Тебе понравится. Эх, я только хотел с ним поздороваться, ребята. Да, так и есть. Кстати, у Орды действительно 50% команды это были ботики. У них маг неплохой был. А все остальные не очень-то исполняли свою роль ДДшеров. Ну, роги у них не роги. Вообще не открывались, по сути. Только добивал один, другой просто умер. Лок так вообще редкостный парень. Таких уже не осталось. По хилам, ну естественно, наши два хила вытащили. Кому-то даже жизнь спасли, как мне, например. По-моему, приз там со мной хп махнулся и спас мою попенцию. Спасибо тебе, мужик. Или девушкам. Ну ладно, вот вся статистика. В принципе, мы с вами ни разу не погибли. И это достижение. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если нет, то ставьте дизлайки. Если да, то лайки. Пальцы вверх, пальцы вниз. Ну и спасибо еще раз. До скорых встреч. Всем пока.